Всемирный день театра отмечается традиционно 27 марта. Накануне коллектив Тверского театра юного зрителя подготовился по-особому к этому профессиональному празднику. В здании ТЮЗа открылась необычная инсталляция-выставка «Театральный словарь», а также для всех желающих были показаны спектакли и даже квест-экскурсия. Эта интерактивная инсталляция располагается в фойе ТЮЗа. На ее создание потребовалась неделя и чуть больше 50 картонных коробок. Идею названия «Театральный словарь» выставке подарила книга Энрике Рикардо и Андре Литерия. Суть в том, что мир театра не имеет границ, а творцом может стать любой зритель, который готов приоткрыть картонное окошко и найти для себя что-то личное и интересное в театральном искусстве. Мне показалось очень важным показать простыми материалами, что художник каждый и что любой может это сделать. И так же, как и театр состоит, если его разобрать по частям, из довольно простых предметов, но собрав все вместе, получается определенная магия. И также и здесь. Часть выставки, конечно, посвящена Тверскому театру юного зрителя. Здесь среди главных экспонатов фотографии Романа Виктюка, Ларисы Лилианова и других выдающихся мастеров этого театра. Чуть дальше портрет Антона Павловича Чехова и кадр из громкой премьеры ТЮЗа по пьесе писателя «Чайка». В целом вся экспозиция рассчитана на тех, кто любит и чувствует театр и должна стать своеобразным сюрпризом для детей и взрослых. Очень важно, чтобы зритель тоже сам подошел, и ему было интересно, что здесь изображено, да, и о чем это выставка, и чтобы он сам начал это открывать, чтобы он самостоятельно, чтобы он вошел и сам своими собственными руками это открыл, и чтобы ему это было интересно. И в конце концов, все это делается для одного, для того, чтобы люди приходили в театр. Интерактивная инсталляция будет открыта каждый день до 30 апреля. В эту субботу, 27 марта, в День театра, зрители ТЮЗа ждут не только спектакли, но и квест-экскурсия по зданию театра, которая начнется в 21:30.